Что там, все? Да, Петр, нормально там? Ну, вроде нормально, я же лес. Типа я общался с ним, да, посмотри. Ну, что я делаю? Так, погнали. Лёха, спасибо большое. Спасибо. Ты понял? Ты реально, мне никто точно такого не делал никогда. Ты понял, да, тройка? Спасибо большое. Да не плачь, Макс, все нормально. Йоу, всем привет, друзья, меня зовут Алекс, и те, кто подписаны на мой канал, я думаю, уже поняли, что произошло. Сегодня будет такой пранк донатом очень большим в реальной жизни. В конце он по-настоящему заплакал, мне было его очень жалко. Смотрите до конца, ребят, реально. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Итак, небольшая предыстория. Снимая свой выпуск троллинга с этим парнем, я сказал, что если будет 10 тысяч лайков, тогда я отдам тебе эти скины. Там я обещал ему Азимов и Вулкан вроде бы. Ведь тогда он заплакал по-настоящему. Я думаю, те, кто подписан на мой канал, знают этот ролик. И, ребята, вы просто сумасшедшие. Вы набрали 10 тысяч лайков. В этом ролике тоже будет очень много эмоций. И я надеюсь, что вы уже подписаны на мой канал. А если нет, тогда быстрее подписывайтесь, ведь самые крутые КСеры уже давно это сделали. И ждем вот реально только тебя. Нас уже почти 350 тысяч. Короче, суть заключается в том, что я сейчас типа скину в CSGO вещи ему, ну как бы не скину, а это вот пранк-донат, и вот сейчас я ему реально их дам, только это будет таким пранком просто, и все. Надеюсь, вам понравится. Пранк такому стримеру будет. Я сейчас такой популярный на YouTube, но в реальной жизни такое еще никто не делал. Ну и план был такой, я прихожу к нему домой, он живет сам, один, я думаю, не надо говорить почему. Но в этом же подъезде, то есть на этаж выше, живет его бабушка, которая находит покушать, помочь и так далее. Он запустил стрим, и я должен был дождаться, пока он выйдет. Хоть на 5 минут, чтобы он оставил стрим на меня. Тем временем я кину трейд, и будет реально большой донат. И он такого еще в жизни не видел, у него таких скинов никогда не было, вообще таких денег в руках. И эти эмоции были реально настоящие. Их вы увидите в конце этого ролика, это просто жесть, ребята. И, кстати, не забывайте, что он стример, ему любая поддержка, даже в виде просмотра обычного, будет очень колоссальная. Ссылки, конечно, будут все в описании. Так, он еще не пришел, надо вторую камеру поставить куда-то. В принципе, мест довольно-таки много, типа, дофига реально. Ну, у меня есть тут, короче, небольшая идея. Типа, за эту фигню спрятать как-то, чтобы он не заметил. Надо очень аккуратно, чтобы это было хоть беспалево, немножко прикрыть. Плюс-минус подкорректировать и все. Let's go. Раз, два, два. О, все нормально. Все, погнали. Когда сам стрим уже пошел, я просто-напросто ждал, когда он выйдет, чтобы уже просто скинуть эти скины. Ждал довольно немного, минут 15-20. Смотрите, что получилось. Все. Иди сюда. Окей. Давай, я скоро приду. Ты не долго? Да. Сколько? Сейчас, короче, кину быстренько трейд ему. Очень быстро, в кого есть время, быстрее надо. Так вот, когда трейд, видно может. Да, видно, короче, там все будет, я думаю. Выбираю своих вещей. Я не знаю, реально, не знаю, какие вещи я ему обещал. Я не помню уже, реально, ребят, вы мне пишите почти каждый день. Я не помню, какие вещи я ему обещал. Видно, видно, все. Все. Смотрите, что я ему скинул пока. Азимов и этот вулкан. И надо еще что-то жесткое такое кинуть. Вот нож. Вот нож кину, наверное. Вот такой вот ему. Это стоит примерно 1020, может 30 рублей. Может даже больше. Все, принимаю. Да, это подарок. И на компе сейчас приму просто, и все. Но он реально удивится, когда разберет CSGO. Все, отправилось, все отправилось. Все ушло. Так. Пришел трейд, ребята. Я не знаю, видно вам это или не будет. Я не знаю. Надо мой телефон снять, короче. Пока по-быстрому. Потому что, я не знаю, стрим, наверное, у меня не сохранится от этого. И он его, скорее всего, удалит. Вот, все пришло. Принимаю свой же трейд у него на компьютере. Надо вот быстрее все делать. Так. Да, это подарок. Все, быстрее. Все. Акцепт. Ёлки-палки, ребята, там столько скинов, вы не представляете. У него таких скинов никогда в жизни не было. Таких денег он никогда в жизни даже не жрал. Все, скины приняты, все. Сейчас будет пранк. Теперь надо ждать, пока он придет. Просто. Что, ты уже все? Да, Петр, нормально там? Ну, вроде нормально, жаль СС. Типа я общался с ним, да, смотри. Я, короче, пошел пока, да? Да, спасибо большое. Так, погнали. Пиздец.
Господи. Лёха, спасибо большое. Спасибо. Ты понял? Да реально, мне никто точно такого не делал никогда. Ты понял, да? Спасибо, реально. Это за тройка. Это за... Спасибо большое. Ну не плачь, чувак, все нормально. Это все хорошо, чувак. Ну я же тебе обещал тебе. Я такой никогда ничего не делал. Да чувак, там 30 тысяч всё. Я думаю, тебе на начало стрима хватит все. Спасибо большое. Не знаю, реально, я не знаю, как благодарить тебя. Там, не знаю, нож можешь посмотреть. Это P-Studio 2010. Это стат-трек! Это стат-трек, да, стат-трек и Рамбит. Офигеть! Стат-трек и Рамбит тебе дал. Вулкан, как ты просил. И АВП Азимов. За подписчики набрали 10 тысяч лайков. И, хорошо, как я и обещал, просто не мог тебе так скинуть, а? Тут получилось, так я тебе на стриме скинул. Боже, Люк, ты мне еще стрим настроил, чтобы я стримил. Спасибо тебе большое, ты все мне сделал. Я короче, знаю, да, чувак. Знаю. Я думаю, зрители тебе помогут. То есть главная цель этого ролика была реально удивить с большим донатом стримера. Но подошел я к этому необычно. Я думаю, этот ролик заслуживает 10 тысяч лайков, так что, ребят, не скупитесь, будем делать вместе хорошие дела. Понятное дело, что это мы знакомы из реальной жизни, но все же начинать с чего-то нужно. Ну и можете его поддержать, вот реально. Зайти на его стрим, написать, что вы от Алекса, можно даже лайкнуть, подписаться. И обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы никогда не пропускать ролики по CSGO. Ну а меня зовут Алекс, всем удачи, спасибо, что вы самые лучшие у меня, такие молодцы, поддержите постоянно. Всем удачи и скорых встреч.